Анонс и точно до выхода 13 серии сериала «Ложь». 13 серия сериала выйдет в эфир 2 сентября. Ранее в сериале мы увидели, как Кадир запер Мелике в доме. Он закрыл все окна, двери и не хочет выпускать ее. Девушка в бешенстве, она требует сейчас же прекратить цирк. Хазал, будучи в пьяном состоянии, выбежала на дорогу. Девушка плакала и ничего не видела. Ее чуть не сбила машина. Однако Керем вовремя подоспел и сумел спасти ее. Он спрашивает, что она делает и в себе ли. Хазал ничего не может ответить. Берин встретилась с Дуру в больнице. Все-таки эта девушка остается дочерью для нее. Женщина впервые искренне просит прощения у Дуру. После чего они обнимаются и вместе плачут. Мелике узнает правду от Кадира об их молодости. Оказывается, те любовные письма, из-за которых она влюбилась в Кинана, писал не он, а Кадир. Девушка задается вопросом, почему он молчал все это время. 13 серия сериала выйдет в эфир 2 сентября. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будьте в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.